Москве наступила весна. Рановато. Это там 7 марта сегодня. Это везде, на Кольском полуострове. Везде. Вот теперь начались там снеготаяния, капели. Всякое. В общем, рано. Что-то не фальшивая весна, что-то назвал. Что-то мне кажется. Потом морозы еще будут, да. Метели. Вот, а я пошел на родник за водой. Что у нас тут интересного? Ну, маршрутка, кстати, начала ходить до станции. Почти полупустая, да, летом уж побольше народу. Но хоть что-то. Еще главное, но они подъезжают к этим к электричке, чтоб там рабочие идут, слух едут, народ. Вот, а она их не забирает, народ. Только кто с поездов пассажирских. В общем, неудобно немножко, кто на электричках ездит. Потому что расписание бы, еще один рейс бы им подстраивающийся под электрички, по две даже. Вот, было бы вообще замечательно. Вечерний-то, ну, все там водитель, наверное, не напрягается. Сколько? Ну, для школьников предназначена туда маршрутка. Яблони зимой. Яблоки на снегу. Нету, собрали осенью. Вот так вот. Люди живут здесь. Дома разваливаются. Деревянные. На этот. Вот. Это дрова соседей. Вот. Что-то строится, ну редко. 10 домов развалится, один построится. Выживший в этих суровых карельских поселках там. Да это все Россия так. Ну, у кого-то есть работа, у кого-то нет. Сокращение работ, сокращение домов. Где-то, а тут у нас дуб, вот. Не знаю, чуть ли не единственное в поселке, вот я его снимал. Говорят, морозоустойчивый. Но что-то это, листья что-то и с осени не все сбросил. Треть осталась, странно. Как бы. Обычно листья сбрасывают, он, боятся холодов, что-то все. А тут оп. Ломайте ветром ветки мне, все такое. Но крепкий, на том и дуб. И пословицы от него такие. Про сильное дерево, многолетнее. Забор старый. Тушно рожаться с болота срубил. Не знаю чего. Ну что-то посла скотину или свою территорию пометил. Кстати, тут, наверное, комаров у них там пипец много. Тоже не очень завидую в этих местах жить. В самом поселке там так, поменьше, там, наверное, повыше. Ветрами все обдувается.
Да, можно, ну, мало заболоченных мест. Ну, то есть только по вечерам комары есть. А здесь, наверное, постоянно. Так, что у нас почки? Старые. Ничего, видишь, фальшива зима, весна, почек нету. Вроде нету. Вербы нету. Короче, деревья, они еще это знают. Они маленькие есть. Вот они. Беленькие. И вправду, что ли, весна наступила, не верится просто. А, вот он, этот хороший мост. Блин, не снимал это. Нравился тоже. Он послужил лет, не знаю, 10, наверное. Не знаю, кто. Такие металлические конструкции сейчас везде убирают. Ну, в больших мостах там. Его снесли. Странно, что не на металл его сдали. Везли там. Взяли другую там, с трубами такую, цепную дорогу. Где минимум будет возвышенных конструкций. Так, что у нас тут? Речка, Чупинка. Вот это кто-то тут. Что, чистят? Никто не стирает. Там и полоска, и белье. Как бы. У нас всех есть водопровод дома. Маленькое течение. Где-то лед. Ничего. Рановато еще для полноводья, для дохода там, для поднятия рек. Да. Короче, весна еще ранняя. Попозже увидим. Вот. И так вроде тепло на улице. Там от минус 5 до плюс 5 играет погода. Вот, руки не мерзнут. Оградили всю территорию, чтобы никто не оттяпал кусок земли их не оформленный. Или от волков, звери. Тоже опасно тут возле леса жить. Иногда какие-то медведь зашел в поселок, кто бы волк собаку съел там. Вот. Немного очково жить. Ну эти привыкшие. Вот. Может, дичь видят тоже. Какой-нибудь зайцы бегают, белки-то. Такое-то. Вот у. Речка должна быть норка. Вот. Вот. Подкармливали кого-то. У нас. Вот. Так. Вот. Как он тут в начале марта себя чувствует. О, все заметено. Тут вообще мусора. Что будет весной растает? Вот, всяких ковшечек, нержавейки даже. Не пожалели люди. Все замечательно. Кстати, он мне пригодится сейчас. У меня 2-литровые бутылки. Ну ладно. Кто был со мной, всем привет, смотрите дальше мои выпуски.